С огромным удовольствием хочу поздравить всех с наступившим Новым годом. Конечно же, с Рождеством, с потрясающим праздником, который так получилось, что с которым у нас совпал. Вот в этот день мы решили не сделать концерт, потому что он уже, наверное, будет по определению праздничный, потому что сегодня такой большой праздник. Хотелось бы пожелать всем вам здоровья, конечно же. Хотелось бы пожелать улыбок, много хорошей музыки, которая, если вы будете дружить с клубом Алексея Козлова, то много хорошей музыки вам обеспечено. Песен, которые я написала 15-16 лет. Но все-таки сегодняшний праздничный вечер, наверное, нам все простится. Наши, даже на ненавидные песни. И начинаем мы с... А снег идет, все вокруг чего-то ждет под этот снег, под тихий снег. Хочу сказать тебе, мой самый главный. Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я
тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной и не играть словами, и не краснеть у души. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная, сами любите. За мой ночной покой, за редкость встреч закатными часами, за наше негулянье под луной, за солнце не у нас над головами. За то, что вы больны мной. За то, что я, увы, больна не вами. С Новым годом! Спасибо большое. Алексей Белов. Человек, который... Самый главный человек, который доставляет вам удовольствие хорошим звуком в зале. Для исполнения следующей песни мне нужен весь детско-юношеский состав, который может, я предполагаю, что знать эту песню. Это старая песня из мультфильма, который назывался «Арбуз». Я еще не закончила, подожди, не делай такого серьезного выступления. Арбуз написал эту песню Джансу Кахидзе. И, наверное, сегодня, знаете, я спою все те песни, которые, из которых состояла моя жизнь в 2014 году. И эту песню я вспомнила, когда мы выступали на фестивале киномузыки. Акацмевар, икацмевар, и домром зеваром зевар. Амовал да пучки стирас, твоча управися цвинда, твоча управися цвинда. Рира морера, морера, рира морера. Я раньше не могу петь. Рира морера, морера, рира морера, морера. Так, прекрасно. Шех, арбово. Види павле, да урвавле шендер ставали. Инде корцел згада их дис, шели станам осавали, шели станам осавали. Рира море, ра море, оре ра. Рира море, ра море, ра, рира море, ра. Оре ра, рира море, ра, мдараро, дири-дири-дири, мдараро. Нет, я не могу так просто забыть эту песню. А как смевар, и как смевар, и бедомром зеваром зевар. А мовал да пучки стирас, твал шо управись от свинда, твал шо управись от свинда. Я думаю, что никто не против.
останови меня, чем идольется небо. Масса взлома твида.
Я просто хочу вспомнить такой старый кутаиский анекдот. Там очень такое специфическое чувство юмора. В этой песне, которая сейчас прозвучала, такие слова. «Ох, я не вижу солнца, когда не вижу тебя». И ситуация происходит в Кутаисе, приезжает в гости родственник, который сидит одну неделю, вторую неделю, третью неделю. И как каждый вечер, естественно, ему накрывают на стол, естественно, все красиво. И каждый вечер, когда он просто доходит до кондиции, он поет «Во имя Радхедавазес». То есть, вон я не вижу солнца, тут уже хозяин не выдерживает. Саня, подожди, тут самый главный момент, подожди, играй секундочку. Хозяин не выдерживает, говорит, солнце ты не видишь, а дверь-то ты видишь. Грузинский вариант этого. Спасибо большое. Ага. Сегодня вечер некоторых премьер, и позвольте мне с огромным удовольствием спеть песню Александра Клевицкого. Александр Клевицкий, я знаю его уже очень много лет, и он мне тоже очень много лет, с 97-го года, когда я выступила в конкурсе «Лестница в небо». Это был мой первый в жизни конкурс. И тогда я знала, что Александр Ильич пишет музыку, но я не знала, что она такая красивая. И вот спустя почти 17 лет мне посчастливилось на концерте спеть песню «Не за себя молю», которую написал Александр Леонидович Клевицкий и исполнял эту композицию тогда Большой эстрадно-симфонический оркестр имени Силантьева. Ты на пороге распахнутой вечности, искры на Млечном пути. Кажется, можно с отважной беспечностью небо и землю пройти. Ласково смотрит большая медведица с чистого неба на нас. Песня летит и в глазах твоих светится, словно с тобой родилась. Не за Yeah.
мне так приятно получать такие потрясающие подарки от людей, которые работают надо мной, делают меня лучше. Вот этот потрясающий, очаровательный молодой человек, его зовут Леон Подарите. Он потрясающий мастер, то, что вы сейчас видите на моей голове, это его рук дело. То есть, знаете, от его рук голова светлее, я вам скажу. Спасибо тебе большое, спасибо.
лица. Мне страшно становится. В силу вступает воспоминание 2003 года, когда я в составе группы Акапелла Экспресс была приглашена потрясающим композитором, великим, не побоюсь этого слова, Алексеем Рыбниковым для исполнения французской песни, которая называется «La Vie Ensemble», для кинофильма «Жизнь одна». И эта песня там звучит 3 раза, между прочим. Je suis seule depuis que je vis avec toi. Tu m'es parlé d'amour, tu m'es monté, bien sûr. Mais nous vivions tout de même ensemble. Tu m'es parlé d'amour, tu m'es monté, bien sûr. Mais nous vivions tout de même ensemble. M'enfuir de cette dernière affaire, je n'aimais pas, je te déteste. Pourquoi tu m'es trompé parfois, mais nous restons toujours ensemble. Je te déteste. Pourquoi tu m'es toujours ensemble. Ce soir, je m'en libère à faire de cette histoire. Donc c'est fini, mais oui, et tu t'en vas, et puis nous ne serons jamais ensemble. Donc c'est fini, mais oui, et tu t'en vas, et puis nous ne serons jamais ensemble. Bravo! Merci. Merci. Уже пошли просьбы на бис. Это хорошо. Quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I
just never to your time. You песни, которые мы очень-очень любим. Небольшой отряд, 15 минут, и мы вернемся с Александром Брусовым. Спасибо. Мы прошли полчаса, как мы после боя договорились все-таки, что мы будем петь. Дело в том, что Александр Лосев отказывается играть свои песни собственного сочинения. Накажите его, пожалуйста, аплодисменты. Проект, который называется «Грешфиль Лосев Групп», нескромненько. Автором этого проекта является Александр. И сейчас, наверное, самое время спеть ту самую песню, с которой начался проект. «Ю». «Ю». Песня «Ю». После нескольких удачно отработанных концертов, когда мы еще не были в таком творческом тандеме, Саша позвонил мне и сказал: «Этери, у меня есть такая песня, немножко сложная, ты ее споешь, а я ж очень азартный человек,
берусь за все сложное. Вот Александр Соловьев, если лучше в зале, не даст соврать. Я же спела «Шнитки». Не просто спела, а сегодня мы дарим себе компакт-диск с изданием этого сочинения. Камерным хором Московской консерватории. Я могу что-то упустить из регалий, но это великий человек, при этом очень скромный и очень добрый. Но, Александр, мне понравилось, как вы однажды сказали. Меня зовут Александр Соловьев, и я вас попрошу играть то, что я скажу. Это было гениально, я этого не забуду никогда. Это было сказано очень тихо, но все начали играть то, что просил Александр. Итак, песня, которую написал Александр Лосев, называется песня «Ю».
издального. В советские времена по центральному телевидению всегда шли очень хорошие концерты. И на сцену поднималась королева. Королева русского романса Нани Бригвадзе и пела песню «Снегопад». Как истинная грузинка, я не могу не спеть русского романса. Я еще не успела испить свою осень, а уже снегопад сторожит у ворот. Он надежды моих, как дороги, заносит и грозит застелить надо мной небосвод. Можем спеть вместе. Снегопад, снегопад, невидимо не на косы, не стучи в мою дверь, у ворот не кружи. Снегопад, снегопад, если женщина просит, побелевай ее, торопить не спеши. Не спеши, снегопад, я еще не готова. Ты еще не успел мою душу смутить. И злитую боль лебединого слова не тебе, а ему я хочу посвятить. Очень-очень многих сегодня моих друзей. Артур. Артём. Байдо. Все перепутала. Ну, мне можно уже за 40. Поэтому... Артур Амаро.
Друзья, этим летом проходил кастинг телепроекта «Голос». И меня пригласили быть таким репортером, репортер Ви, так называемый, который в интернете делает такие двухминутные репортажи. И потом меня спросили, хочешь ли посидеть на кастинге? Можно? Да, можно. Я захожу, и вот этот молодой человек поет каким-то неземным голосом. Жалко, что это сюрприз сегодня, твое появление, иначе мы бы спели обязательно дуэтом. Ну, еще не вечер. Спасибо тебе большое за то, что ты пришел сегодня на концерт, что ты есть, что есть твой голос, который я когда-то услышала. Это фантастика. Спасибо большое. С человеком по фамилии Байдо переписывалась буквально недавно в Фейсбуке, поэтому запомнила. Над чем мы работаем? Следующая песня называется «Симфония грусти». Только 16-летний ребенок мог написать про симфонию грусти. Это моя песня. Свистит пергаменте, хвет магатера, севди симфония. Карма моста сада, цвими соргестши, чума да жера. Так гага запхулия холоса гамоа, да сихова рули сбрели с мелодия. Адмис клави жеба дикца, швел маган шорева. Спасибо большое.
программы «Грузинская киномузыка». Наверное, многие из вас моего поколения, может быть, постарше, может быть, вы смотрели фильм «Мелодии Верийского квартала», «Very Sublime Melody». И там звучала эта песня. Буквально двух слова попробую перевести. Триалепс. Вертится колесо фортуны, вертится, крутится. Но почему мне так... Мне так не везет. Господи, ты же видишь, как мне трудно. Столько несправедливости в мире. А колесо судьбы все вертится, вертится. Триалепс. Песведзеты. Vai sader viare, droda jami mi madem da sevdas. Rad sam kojernat, co do vam brali drijaleps, se cara domar šava deva ne. Наша программа тоже триалепс. Крутится. Крутятся листочки в руках Александра. А это значит... Хорошо. Ik tamore vi mordav cesiar, še ustove.
Центр сцены и фотографирует и снимает. Это человек, которого очень многие боятся, потому что он защищает в том числе мои артистические интересы. Это директор мой, зовут его Табриз Шахиди. Приятный случай, когда ты можешь присутствовать на целом концерте. Мы уже 5 лет идем вместе по жизни. Я счастлива, что 2014 год, не могу сказать, был под знаком тебя, но был вместе с тобой. Табриз, спасибо тебе большое за все, что ты делаешь. Для меня и для всех артистов, которые находятся под твоим крылом. Под крылом Империи музыки. Спасибо большое. Песня называется «Нетронутая временем улыбка». Автор Ураяна. Кстати, если... Прости, пожалуйста, я просто... Столько всего хочется сказать, мы очень давно не встречались. Если вы нам немножечко поможете, то вы скрасите отсутствие на сцене барабанщика. Вот так. Можно щелкать. Нетронутое временем улыбка, несмелый взгляд, наполненный тоской. На бархатной щеке блестит песчинка, сбаивая теплую волну. Она пройдет, роняя капли света. Она пройдет, не веря преград. Ее дыхание
года развею боль утраты. И за солнцем вишня расцветет. Она опять пройдет тропою дальней. И вновь улыбка робкая взойдет. Ее никто в дальнейшем не увидит. Она прольется светом среди туч. Под водопадом бесконечных мыслей она закончит бесконечный путь. Закончит, сохранив улыбки грусть. Нетронутое временем улыбка, несмелый взгляд, наполненный тоской. На бархатной щеке блестит песчинка, смываемая теплою. Мы сила рулит.
пока это все не вышло в эфир, я никому ничего не сказала, зачем я туда лечу. А вылетела я за тем, что имела наглость, ну, не смелость, отправить одну симпатичную песню на отборочный тур Евровидения от Грузии. И в итоге я попала в финальную пятерку. Слышим возглас моей эфиры. И 31 декабря был снят такой видеоконцертный номер. И сейчас идет полным ходом голосование. Поэтому, если вдруг у вас есть родственники в Грузии, и у них есть деньги на мобильном телефоне, пожалуйста, чтобы они проголосовали. Поскольку целиком песню представить, то есть полной аранжировки, нет возможности, позвольте, я спою так камерненько.
1 января все будет ясно. Перед двухнедельное голосование не забудьте позвонить родственникам. Песня, которую я очень-очень люблю, которая так и не спела на голосе, как раз тот момент, когда мы с моим наставником, с Леонидом Нагутиным, обсуждали возможность исполнения этой песни, пришел указ сверху, что слишком много, господа, вы поете заморских песен. И в итоге мне поменяли песню, которая стала судьбоносной в моей жизни. Но та песня, которую я хотела исполнить, она для меня очень много значит, потому что я думаю, каждый человек имеет право сказать то, что однажды сказала Эдит Пиаф. Я не жалею ни о чем. Уже я была взрослой, я все время хотела делать все, как Тамара Барцетель. Я ее просто боготворила и до сих пор боготворю. Но позвольте следующую песню я сыграю только вступление, потому что дальше не оси. Мария, если вдруг вспомнишь эту песню, выходи в микрофон. Знаешь, микрофон у нас свободный, может, каждый желающий. Let's go.
Zavljom tvalem santeli mir dada ne zvame Eksulet jaras min gere bovon vim gere Kalshor mis askire vertchel min gere Всего-то навсего встречались три раза. Но это очень талантливая девочка, которая... Я хочу, чтобы вы ее услышали. Ее зовут Верико Тухашвили. Она очень красивая, очень талантливая, очень целеустремленная и просто безобразно хорошо воспитанная. Очень хорошо воспитанная. Верико Тухашвили. Не пожалейте аплодисменты для молодого дарования. И видом ром зеваром зевар Амовал да пучки зираз Творча укра висяц минда Творча укра висяц минда Рираво, рираво, рера Рираво, рера О, рера, рираво, рера Рираво, рираво, рера Рираво, рера О, рера, рираво, Миди паве, да обрава веше верстави Инде корцелс када их тис Шени стана мосавали Шени стана мосавали Шки! Да? Раз, два, три, два. А, как смевар, и как скуплет, что и видо.
добром севером слева. Омывал до бучки стирас, тволчонка висят с вида, тволчонка висят с вида. Oh,
очень интересно. Спасибо большое. Эта композиция называлась «Шаманы». Конечно, не божество любить, но это особенная композиция, которую я очень-очень люблю. Написал ее парень, который родился в моем Саратове. Как такое возможно? Саша, позволь в завершении нашего концерта опять сместить тебя с этого волшебного кресла, потому что надо одну красивую песню. Друзья, 14 января я отправлюсь в страну цветов. Так ее называют грузины, так называют грузины свою родину. Страна цветов. И столько песен написано. Это не Голландия. Страна цветов можно было назвать, конечно, Голландией, но для всех грузин страна цветов это... Ой. Но песня очень красиво получилась. Славянским друзьям, что вы сегодня в этот вечер были с нами, для них очень спасибо. Браво!